планируем танцевальный класс. Специально сделали и полы такие профессиональные, профессиональный линолеум здесь будет лежать, зеркала по этой стене и в станки все как положено. Всем родителям хочется, чтобы досуговые центры для детей были в шаговой доступности. Это и удобно, и безопасно. Поэтому открытие нового арт-центра на проезде Лермонтова местные жители очень ждут. Мы поставили для себя задачу уже давно-давно, что мы должны быть доступны и интересны всем. То есть от 3 лет... Да, наверное, даже от 1,5. И до бесконечности. Потому что самые маленькие здесь в том числе будут заниматься подготовкой к школе, детским ранним развитием. Дальше мы дадим возможность заниматься и техническим творчеством, и народным творчеством, современным. В заброшенном здании, где раньше был детский сад, а потом станция юных техников, сейчас кипит работа. Первый этаж уже совсем скоро будет готов к новоселью. Как только завершится косметическая отделка, начнут завозить оборудование. Долгие годы было заброшенное наше муниципальное здание. Разные мысли по нему были и продать, и значит, там, закрыть, консервировать. Появилась идея, в общем-то, направить сюда средства для того, чтобы это здание привести в порядок. И уже к 1 сентября планируем открыть первый этаж, частично второй этаж. Здесь же будут проходить занятия активного долголетия. На 2-м этаже планируют открыть профессиональные квест-комнаты. Руководство центра не исключает возможность запустить и спортивные секции. День открытых дверей пройдет 1 сентября. Тогда же можно будет записаться в кружки по интересам.